Всегда помните, один из особенностей такой вот, наверное, интересной жизни, который я заметил, это одна из особенностей того, что богатые люди очень любят своих детей. Я это заметил, потому что очень давно общаюсь с богатыми людьми и заметил, что очень часто этих детей любят до фанатизма, до прямо какого-то выращивания просто из этого человека монстра. Но вы знаете, это очень правильно, потому что я заметил, что просто даже когда человек очень любит детей, любых, у него появляются силы. Почему? Так социум устроен, и так включается у человека определенные, наверное, какие-то психоэнергетические, может быть, эзотерические тумблера в сознании, наверное, в его жизни, которые дают возможность этому человеку что-то делать для рода людей. Именно поэтому, когда человек любит детей, когда человек любит своих детей или обожает своих детей, это все рано или поздно приводит к тому, что у него появляется или улучшается материальное благополучие. Не зря возникает вот такой, не зря есть пословица народная, которая звучит так: есть дети, или Бог дает детей, и на детей тоже дает. Кстати, почему у людей, у которых рождаются дети, появляется больше денег? Помните, я говорил, с нами происходит то, что мы чувствуем. Дети создают огромное количество позитивных эмоций. Чем больше у человека позитивных эмоций, тем больше в его жизни материального благополучия. Дети еще и любят безвозмездно тех людей, которые рядом с ними. Именно поэтому, куда течет любовь, туда текут и деньги. Вот вам и объяснение, почему Бог дает детей и на детей дает тоже.